это что? Похоже, ты это убил. Наверху! Ого! А это что? Это не наше дело. Соберись. Смотри, что написано. Что-то про войну за свет. Не понимаю, если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Почему они нападают? Мы ничего не делали. Будут еще. Фу, откуда взялась эта радость? Что-то сказал? Нет. А, ладно.
один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Стой, это Синдри? Я могу сделать что угодно. Есть еще разговор? Смотри, там на берегу лодка. Сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса!
Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас их дела не касаются. Гляди, наверное, это и есть храм. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Возможно, это что-то ценное.
Атрей, ко мне! Я иду, иду! Впереди враг! Thank you.
Ого! Крепко заперто. Что ты хотел рассказать про войну? Войны ведут по двум причинам. Ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Thank you.
Отец, посмотри на это.
А? Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Ого, тут тоже.
тоже есть чаша с песком. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. А, надо искать. Назад в лодку. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление.
А вдруг мост можно починить там? Вроде что-то получилось, кажется. Потому что мы чужаки. Стой! Если сложить вот так, похоже на руну. Это бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Отец! Кто-нибудь еще слышал голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Они клялись, что сирены, злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой... Ну, хорошо, что я не пил морскую воду. Да? Это так. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Что это? Ого! Что мы нашли? Отец? Да? Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога! Назад, быстро. Это не к добру. Огонь! Берегись!
Вперёд! Ура! Вперёд! Сюда, сюда! Отец, берегись! Ура!
готов! Прости, я не готов! Готов, жду приказ! Будь готов! Анаишна!
Следи за ними! Подходи к клеткам. Но почему их заперли? Готовься. Что? Не зря.
Готов. Готов.